В ночь на 23 февраля жители Сочи, семья Савельевых из 5 человек с двумя несовершеннолетними детьми, были вынуждены переехать в один из пустующих домов поселка для переселенцев в Адлере. Барак, в котором проживали Савельевы на улице Акаций, был снесен в ходе строительства трассы М-27 еще в ноябре 2011 года. В принципе, родился, получил дом. Мать работала на железной дороге, от железной дороги дали нам жилье. Сейчас во время Олимпиады снесли, жилье забрали, нас вытянули на улицу. А где стоял ваш дом? Прямо на дороге. Вот. На трассе? Да, прямо на трассе. 27 лет простояла на очереди на улучшение жилищных условий. Теперь нас не признают малоимущими, выбросили с очереди. Мы прошли уже 6-й десяток судов. Это всем смешно сказать, никто не поверит. И все суды у нас отказные. Все. После выселения из барака семья Савельевых была временно размещена в пансионате «Нептун». Вот это жилье нам дали временное, и даже без документов нас в любое время могут попросить отсюда. В любое время. Из пансионата «Нептун» Савельевы перебрались в сарай, который самостоятельно обустроили для жилья на своей бывшей придомовой территории. Вот здесь ты живешь? А кто это сделал, этот домик? Папа сделал. А сестренка есть? Меня зовут сестричка Аня. А Аня в школу ходит? Угу. А где она уроки делает? Там. Где там? Здесь я. Здесь делают уроки? А где ты спишь? На кровати. А Аня где спит? А Гриша? А? Все вместе спите? Да. А мама с папой? Здесь. Тоже здесь? Угу. И все вместе помещаетесь? Да. Не тесно? Не тесно. А вот подо что изымается вообще все это? 31 октября 2014 года районный суд признал сарай незаконной постройкой и вынес решение о его сносе. Просто говорят, самовольные постройки снести и освободить территорию в надлежащем виде. Савельевы обжаловали это решение, надеясь на то, что их не выселят на улицу с детьми накануне зимы. Однако именно зимой, а именно 17 февраля, Краснодарский краевой суд, рассмотрев жалобу Савельевых, оставил решение районного суда в силе. Вот тогда Савельевы и были вынуждены переехать в заброшенный коттеджный поселок. Поселок этот был выстроен в 2012 году для олимпийских переселенцев. Первый раз корреспондент «Кавказского узла» побывала там вместе с жителями улицы Акации еще летом 2013 года. Вот новые дома стоят совершенно пустые. Видите, живут козы. Детям не нужно. Что? У вас что-то случилось? Да, вообще пограничники позвонили, что нельзя здесь фотографироваться. Пограничники? Пограничники? Да, это пограничная зона же. Нет, это не пограничная, это жилой район. Ну и что, что жилой? А район? Вы кто? Это не пограничная зона. А вы кто? Так, руками я не надо трогать. Я не трогаю его руками. Но вы пограничник? Нет. Нет? А, нет. Козлов охраняете? С тех пор прошло полтора года, но в самом поселке мало что изменилось. Дома пустуют, участки заросли травой. Вселившись в пустой коттедж, Савельевы обратились к президенту России и главе Сочи с просьбой закрепить за ними новое жилье взамен снесенного.